Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы продолжаем наш цикл познавательных передач, в которых наши гости раскрывают интересные темы, касающиеся нашей с вами жизни и истории. Много суровых испытаний, жертв и лишений выпало на долю нашей страны в 20 веке. Но и на этом фоне страшными страницами в истории Абхазии остаются политические репрессии 30-40-х годов, когда были уничтожены лучшие из лучших партийцев, крестьян, ученых, поэтов и писателей. О репрессиях 30-х годов написано немало. Опубликованы мемуары тех, кто прошел лагеря, стали доступны документов из архивов НКВД. Но самые бесстрастные свидетели – это те, чьи семьи пострадали от сталинско-бериевской системы. О том, как начинались репрессии против народа Абхазии, что перенесли те, кого объявили врагами народа, и как сегодня в Абхазии поддерживается память о том времени, обо всем этом и не только, мы поговорим с нашими гостями – профессором, доктором исторических наук Георгием Зурабовичем Анчабадзем и членом Ассоциации жертв политических репрессий Анатолием Владимировичем Пиле. Ой, я ничего не слышала, не знаю. Вообще не слышали, не знаете? Не, я не местная. Ну а в России тоже проходили репрессии? Нет, я ничего не слышала подобного, извините. Сейчас этот вопрос очень-очень плохо помню, не могу точно сказать. Но это, по-моему, если не ошибаюсь, это тот времен, когда начался запрет на абхазский язык, то, что в школах запрещалась учеба абхазского языка, потом не только в школе, по-моему, уже как бы в улицах тоже репрессии не только со стороны Сталина, но и со стороны Берии тоже. И как бы против абхазского народа были и репрессии. То, что я помню, точно не могу, к сожалению, сказать в дальнейшем, что как происходило. Я читала книгу Адели Аббаса, знаю историю Нестора Лакоба, его жены, их смерть, а также вообще про их жизнь все знаю. Очень интересная книга. Вот видите, как не осведомлены об этом, об именах именно. Не осведомлены. Моя мама родилась как раз в 37-м. Ну, самое такое, что они, понимаете, забирали, ну, как сказать. Ну, неприятное чувство, конечно, что они, ну, так именно вот из абхазского народа я не помню. Я знаю, что моего дедушку было. Ну, он болгарин просто был, Волков Володя. Ну, сталинские именно времена, что вот... Его схватили, он был сам этот агроном, его загнали как бы с поселения за то, что за Сталина. И этот, ну, он там уже, конечно, свое дело открыл агрономское, уже кормил этих как заключенных, все вместе. Он, ну, потерял зрение, здоровье свое большое, очень много потерял. 38-37, вообще ничего не сказать. 38-38 ничего не слышала. Годы репрессий сталинских, ничего не слышали. Особо сильно нет. Под репрессии это, конечно, печальная вещь, но ничего не боюсь, это история, это осталось в истории. Не углубленно. Ну, то же самое, в принципе. Сейчас я вам не отвечу на этот вопрос. О репрессиях 30-х годов написано немало, издано много мемуаров тех, кто прошли лагеря. Но мне интересно, и не только мне, нашим телезрителям, с чего начались в Абхазии репрессии. Георгий Зурабович, может, вы начнете? После революции и гражданской войны, которая столько крови принесла, столько жертв невинных, в том числе советская власть, она не смогла выполнить те обещания, которые она народу дала. Проходили годы, проходили пятилетки, но жизнь лучше становилась. И надо полагать, Сталин все-таки первый человек, который принимал решение в Советском Союзе, он решил ужесточить режим в государстве. Считается, что уже
с 30-х годов, с первой половины 30-х годов постепенно начинаются репрессии. Сначала были экономические репрессии, когда постепенно прикрыли этот НЭП, который в свое время Ленин возлагал большие надежды и считал, что НЭП должен длительное время длиться, но уже к концу 20-х годов фактически НЭП был силовыми методами низведен до нуля. Потом уже постепенно начались и репрессии на людей. Ну, считается, что в 1934 году убийство Кирова, которое, ну, как видно, все-таки не было организовано верхами. Такая ведь тоже была даже песенка, что Сталин Кирова убил в коридорчике. Сегодня как будто все-таки видно, что он был убит из-за, ну, мужем его любовницы. И поэтому само это убийство не было, может быть, спланировано действительно, но во всяком случае вот это убийство Кирова было использовано властями, чтобы разузнать широкие репрессии. Тысячи и тысячи людей фактически пострадали из-за смерти Кирова. Выводили так, будто Киров был убит, конечно, там, контрреволюционерами, и это была огромная разветвленная контрреволюционная организация, которая действовала на всем Советском Союзе. Вот мне мой отец говорил, что в газетах печатали фамилии казненных, расстрелянных и так далее, которые, вот он был тогда школьный, ученик в школе он учился, но даже ему было странно читать, что где-то во Владивостоке, на дальних восточных городах, значит, целые группы людей были репрессированы, расстреляны многие из них из-за того, что вот они участвовали в убийстве Кирова. Ему было странно, как в убийстве одного человека столько людей могли быть замешаны. И считается, что вот первая массовая волна репрессий, именно чтобы запугать население, надо полагать, это было как раз с целью, чтобы запугать население, чтобы уже те люди, которые еще были молодые, относительно люди, которые участвовали в революции, участвовали в гражданской войне, были красные партизаны, которые действительно от души и с полным, так сказать, с полной ясностью и совершенно бескорыстно воевали за советскую власть, кровь проливали, вот чтобы они уже не сделали выводы, что это было неправильно, и как бы они свой этот пыл и свой опыт борьбы как бы не провернули против действующей власти. Поэтому вот среди тех, которые попадали вот под косилку этих репрессий, как раз многие были, не только так называемые бывшие, которые были уцелели в результате вот 20-х годов репрессий, там тоже были отдельные репрессии, но это больше были репрессии против вот именно явных врагов или явно борющихся против советской власти, или же которые были вот из тех классов происходили, которые могли быть недовольны случившимися переменами. А теперь уже молот репрессий упал и на тех лиц, которые сами воевали за советскую власть. Ну, вообще Абхазию, если сказать, она в 20-х годах относительно избежала крупных репрессий. В некоторых других регионах Советского Союза были той или иной степени репрессий, но Абхазия избежала этого. Началось теперь, вот в Абхазии 30-е годы начались крестьянским широкомасштабным выступлением в Гудаутском районе, где, значит, абхазские селения, именно крестьяне-абхазцы, они подняли, значит, движение против колхозного. Это, ну, раньше считали, что это могло иметь политическое направление в том отношении, что как бы против советской власти и так далее, но там все-таки сейчас и уже опубликованы документы, по которым видно, что все-таки
эти выступавшие крестьяне, они были против колхоза, а не против советской власти как таковой. Но причем, как свойственно абхазам, они очень открыто говорили, выступали открыто, и они вплоть до оружия, вооруженного выступления готовы были отстаивать свои позиции. Но, к счастью, не дошло до этого. Тут все руководство тогда выступило, абхазское тогда против, как бы, чтобы смягчить ситуацию, выступал на абхазском языке перед этими протестантами. Лакоба выступал, который обещал: я поеду к Сталину, я договорюсь, я добьюсь того, что в Абхазии не будут возиться колхозы. И как-то задержали эту ситуацию. Но помимо того, готовились также в случае чего в Кривой брата подавить. Были введены в Абхазию войска, войска НКВД были введены, броневики и так далее. Вот где-то 270 штыков, два броневика и еще другие силы были подготовлены, чтобы обрушиться на крестьян. Ну, это была бы тогда очень серьезная схватка, и этих сил было бы недостаточно, и Абхазия могла превратиться в поле боя очень широкомасштабного. И среди выступавших крестьян тоже были разные позиции. Некоторые более радикальные. Стали люди собирать деньги на оружие. Оружие и так у абхазских крестьян всегда было оружие. В одном из номеров «Огонька», я помню, видел это где-то в начале 30-х годов номер, показаны абхазские крестьяне, и ребята такие, ну, не молодые, среднего возраста мужчины, так стоят, там телега какая-то там, или прям, ну, несколько мужчин, все они так гордо смотрят, у них кинжалы, револьверы, вот народ был вооруженный. И вот они готовы были пустить оружие. Только вмешательство Нестора Лакоба смягчило. Одно, да, одно из этих было. Не только. Среди крестьянских лидеров оказались и более осторожные люди, которые против выступили. Ну, потому что уже были посланы люди в Сухуми для закупки патронов и так далее. Но, к счастью, все-таки не дошло до такого столкновения, потому что, естественно, если бы даже абхазцы победили бы эту группу, которая была введена в Гудаутский район, новые группы, более многочисленные войска пришли бы и все в крови бы залили. Много было репрессированных, всю основную интеллигенцию уничтожили, отправили по тюрьмам, по лагерям, тех, кто могли где-то постоять за наши историю, могли сказать где-то о нас что-то, таких людей, ярких личностей. А каких личностей именно можете назвать ярких личностей? Ну, сейчас вот я не могу прям на скидку, но с Нестора Лакоба начнем. И заканчивая многими другими, Кондрадзе, Заря, наши поэты, Ио Когония. Мы же попали там в те годы 30-е. Как коснулось? Родители репрессировали 30-е годы. Они были беженцами в Абхазии. Часть в Абхазии, часть в Казахстане. Ну и прошли все годы трудностей, встали на ноги и остались как бы жить здесь. Тема сталинских репрессий, репрессий 30-х годов, она очень обширна. О ней говорить можно очень много. Наверное, она коснулась большинства наших граждан, лично меня она коснулась, мои два деда были репрессированы в 30-е годы. Ну, что касается Абхазии, то именно в те 30-е годы, как говорится, был уничтожен, был выбит цвет не только абхазской интеллигенции, но и цвет абхазского крестьянства, иными словами, цвет абхазского народа. Здесь еще к теме, так сказать, политических репрессий, так называемых врагов народа, все-таки еще проводились именно такие репрессии по национальному признаку, целенаправленно
убивался еще абхазский народ. Плюс ко всему, что лучшие представители всего народа Абхазии, но именно абхазский народ, он как бы выбивался, уничтожался целенаправленно. Потому что они абхазы, потому что кому-то там наверху, в Тбилиси, ну, именно вот, не давало покоя существование Абхазии, существование абхазского народа, видимо, у тогдашнего руководства Советского Союза, сталинско-беревского руководства, какие-то были свои планы кровожадные на абхазский народ. Не только моей семье, по-моему, всем Абхазии вообще коснулось полностью, начиная от главы государства, а с Лакобы даже можем начинать, да, всю семью, которые были репрессированы. А моей личной семье, у меня дедушка мамин, с маминой стороны был репрессирован в 1937 году. И так вот мы не знаем до сих пор, где вообще мы его даже не нашли. В списках, да, он значится, а на самом деле его не нашли. Но я и про него знаю, о том, что когда его репрессировали, уже отсидевшие до 1941 года, вот когда Великая Отечественная война началась, знаю, что он не как штрафник, а как он сам напросился, и вот и без вести, в общем-то, пропал. И после этого мы его, конечно, не нашли. И до сих пор мы вот внуки ищем. В 1937-1938 годы это самая такая вершина, как вы знаете, и тогда уже фактически уничтожалось большое количество людей. Это были и из всех социальных сфер, и так называемые бывшие такие князья, дворяне, буржуазия, и интеллигенция, и эти крестьяне. Причем такие самые лучшие, скажем, людей, самых образованных, самых, да. Но началось, по-моему, после смерти Нестора Лакобы. Да, после смерти Нестора Лакобы, в конце 1936-го. Вот такая пошла сразу. Да, да. Но это ведь не только в Абхазии, это началось во всем Советском Союзе. Поэтому события в Абхазии нельзя рассматривать об отрыве от всего того, что в Советском Союзе проходило. Так что 1937-1938 год самые лучшие представители народа были репрессированы, убиты или сосланы. В страшных они условиях были. Вот. И как бы этим самым они подломали вот дух народа этим, чтобы, допустим, не было каких-то выступлений против власти. Атмосферу страха они внедрили, но об этом мы тоже поговорили. Да, который потом уже в течение многих десятилетий он господствовал среди народа. Вот я знаю, что ваши семьи пострадали, ваш дедушка был наркомом здравоохранения. Mm-hmm. Анатолий Владимирович, вас тоже выслали, mm-hmm. вашу семью. Георгий Зурабович, Зураб Вианурович, ваша тетя Ира остались без родителей. Маму и папу mm-hmm. сразу забрали обоих. Кто не знает, что сын Иры – это Юрий Анчабадзе, сотрудник, ведущий научный сотрудник Института этнологии и антропологии, доктор исторических наук, его все знают. Но они стали сиротами. Вы можете рассказать, вот как это вот эта атмосфера страха? Тут их одновременно забрали. Вот что вы перенесли в вашей семье? У моего прадеда, значит, Тараса Анчабадзе, был он подполковник царской армии, у него было 6 сыновей и 1 дочь. Из 6 сыновей старший сын погиб в борьбе с этими, как его, с большевиками еще в конце гражданской войны. А остальные, значит, трое были репрессированы и расстреляны в 1937 году. Мой дед и еще 2 брата, и Варлам, и Георгий. А остальные 2 брата, остальных 2 из оставшихся живых, они просто потому уцелели, что они тогда бежали из Абхазии и под измененными фамилиями жили в разных концах Советского Союза. У сестры моего деда, Тани, это Татьяны Тарасовны, ее муж был Николая Кертава, ну, известный деятель, судьба его тоже известна. И вот из-за того, что с ее семьей произошло, вот я считаю, что вот ее старшая дочь тоже, Дагмара, она тоже жертва этих репрессий. Она умерла маленькая. Да. И так я знаю такой момент, что на похороны пришла только няня.
Да, да. Никто да, не пришел. Правильно, вот, люди не пришли. Люди не пришли, боялись, да. Что пришла маленькую и девочку, это они только маму. Тогда семья в Тбилиси проживала, и причем тогда НКВД было один такой красного цвета дом, он сейчас стоит, но жилой дом, и это вот центр Тбилиси. И вот хоронили, когда девочку в гроб принесли, вот процесс, ну, этот, ну, не процессия, а вот эта печальная эта группа именно возле этого дома прошла, где там в подвале еще жив был и сидел его отец Николай. Вот такие очень страшные вещи, конечно, можно говорить. Потом через некоторое время, примерно через несколько, 3-4 недели уже пришли и забрали мою бабушку Веру Андреевну. И, оказывается, когда пришли, говорит, ночью, вот бабушка, это тетя вспоминала, Ира, что открыла ночью дверь, и когда увидела чекиста, а, вы, значит, говорит, теперь и за мной, говорит, пришли, да. Вместе с тем, что там забрали родители, они все, значит, фактически обыск делали, но обыск – это фактически грабеж. Фактически они из репрессированных семей, кроме того, что потом их выселяли из квартиры, давали какие-то маленькие, очень неудобные, гораздо худшие жилища, они все, что ценное, вот выносили. Потом, как я знаю, все эти ценности, они потом уже составляли эти списки, и по этим эти списки, опять-таки, среди своих сотрудников продавали за такие бросовые цены, между собой распределяли. И даже некоторые были, что вот, например, отец помнит, что один чекист был, он, значит, увидел, что на столе стоит стакан с медом, и в нем серебряная ложка. Он, значит, оказывается, пришел, взял эту серебряную ложку, подержал, пока стек мед, потом газету взял, почистил и положил себе в карман. Вот фактически это показывает, что они не каких-то, значит, какие-то политические эти самые искали, они сами знали, что не брезговали эти ничем. Люди, да, они просто уже в грабеже участвовали и так далее. А заключенные в тяжелейших условиях находились. Ну, а в моем деде написал Данилов из Германии, вот его последние дни, как проходили в Дранской тюрьме. Еще вот я хочу вспомнить, это было репрессии моего другого деда, уже в Тбилиси он жил, семья, их тоже, значит, выселили из квартиры. Он получил срок, но потом он отсидел некоторое время и потом освободился. Он мне как-то рассказал, что загнали в одну комнату, фактически камера была такая, что не было даже там одного форточки, там не было. И полно людей загнали и заперли дверь, так что и скоро стало, вот не могу тут дышать. Там несколько десятков людей были в одной комнате заперты, и у них уже кончился этот кислород, уже не было. И потом мой дед рассказывал, мы, говорит, уже по очереди составили какую-то очередь, и когда приходила вот очередь человека, он ложился на пол около дверей, и там под дверями немножко свежий воздух заходил, ну, свежий тоже относительно, да, тюремного коридора воздух. И там он должен был немножко надышаться, чтобы вот как-то прийти в себя, и потом вставал, отходил, и его место другое занимал. И вот пока вот они находились... Пытались вот выжить, да, в таких... Вот так, таких. Так выживали. Ну, это, знаете, это просто же издевательство, издевательство над людьми. Да. Таких воспоминаний много. Бабушка моя, она врач была. И ее как раз, возможно, ее профессия спасла, потому что, ну, врачи там нужны были, и она была, значит, в этом известном лагере
Алжир, так называемый. Это в Акмулинске. Акмулинский лагерь жен-изменников Родины. Да, да. Для зрителей, не знаю. Она была в лагпункте Долинка. Это огромная империя была, ГУЛАГ. И один из них вот был лагерь Карлак, который вот... Это самый страшный лагерь считался. Да, который входил в это, да. Вот мой другой дед тоже в Карлаге сидел. И, короче, там... 2 года продолжалась такая репрессивная система, потом как будто немножко ослабла, хотя она до смерти Сталина никогда не исчезала, всегда была, иногда усиливалась репрессия, иногда умощь. Но 1937-1938 год – это был вот кульминация. Дедушку нашего, где-то под 100 лет ему было. Очень уважаемый, он не имя, фамилия, да. Назовите его. Да, не государственный, не общественный, не дети. Как его звали, имя, фамилия? Бердух Сосраны Паплы. Он был очень авторитетный в своей среде, районной, сельской среде. И потом его первая жена была Лакоба. Она рано умерла, от нее сын у него есть. В последующем он женился на Акертава. Ну, а его обвинили в том, что он против колхоза был, против советской власти и так далее. Я вот в связи с этим хочу сказать, что репрессии везде проходили, но в Абхазии они имели особую вот окраску, особый характер имели. Исключительно. Вот тут профессор об этом говорил, но я просто хочу просто подчеркнуть. Такое неуважение, такое пренебрежение, такое... Вот злость грузинской верхушки в отношении абхазцев за их прошлое, настоящее и будущее. Вот казалось бы, ну что тут такое? Простой грузинский народ, он в контакте длительное время жил рядом с абхазским народом. У него этих чувств не было, ненависти к народу, который рядом соседствует. А у этой власти идеологической была. И объясняется это очень просто. Вот редко кто до этого, значит, к такой мысли приходит. Был такой великий ученый Мар, Николай Мар. Он по матери грузин, он шотландец. Если я не ошибаюсь, Виктор Кукба у него учился. И да, возможно. Да. Но самое интересное, ученый. Его высказывания об Абхазии вызывали резчайшую реакцию со стороны грузинских ученых, но не великих ученых, не великих, настоящих ученых, которые признавали роль абхазцев вот, в древние и средние века в вот, существовании грузинского государства. Вот нужно воздать должное абхазцам, которые принимали участие в формировании, сохранении абхазского государства. А вот почему я на этого обратил внимание, вот он в одном из его статей, это публичные книги, там многотомные его сочинения, пишет, когда мы слышим историю грузинского народа, складывается ощущение, что речь идет не о грузинском народе, а о другом, об абхазском. Это было вот этим основанием, чтобы эти репрессии приняли на территории Абхазии такой националистический, преследующий цель уничтожения абхазского этноса, чтобы он никогда не возникал в памяти ни абхазцев, ни грузин, которые ну, более-менее объективно оценивали прошлое и настоящее Грузии и Абхазии. Это совершенно ну, объективно описанные вот, мысли, может быть, какие-то буквы, слова. Но и поэтому его и в Грузии тоже недолюбливали, и Сталин его не любил, и остальные тоже его не любили. Но такая мысль была высказана грузинам. Если бы этот Абхай сказал, ты, значит, там, заблуждаешься. Если бы русский сказал, ну, наверное, тебя подкупили там, и так далее. Это говорит грузин объективно, умный, мудрый. Говорит, вот такое было. Я был в утробе матери, когда отца посадили. Я учился в абхазской школе, на втором, во втором классе, значит, нас палками избивали, чтобы учить грузинскому языку. Потом, значит, терминологию поминали, все и вся. Только для того, чтобы исчезли с лица земли. Отцу было 24 года, наверное, его посадили. Ну, только из-за того, что он сказал, что вот те, кого убили КГБшники, труп находится там. Да какого-то абхазца убили, который им не понравился, вот это посадили. Его старшего брата был такой Тарас
Оплы его посадили, убили, потом дали бумагу, что вот это от сердечного приступа он мог горы свернуть, никаких там приступов нет. Племянника Алексея Григорьевича, он какое-то время в драмтеатре работал. Это был сын вот той Лакоба, которая была замужем за дедом первым и сыном старшего сына нашего деда. Клея такой был. Получилось так, что жизнь тоже, значит, отец вынужден был какое-то время, уже в советское даже время, уехать отсюда, потому что его все равно преследовали. По той причине, что он остался живой, перенеся все тяготы и лишения, которые подвергались репрессированные. Вот поэтому мы с Варденом, своим старшим братом, заканчивали школу за полярным кругом в Норильске. Потом институт Красноярский, потом, когда я закончил после перевода в Краснодар медицинский институт, и был период, когда выпускников брали, там, значит, с ними разговаривали, куда хотите, туда-сюда, и меня спрашивают, а как вы смотрите на советскую армию? Я говорю, положительно смотрю, а вот если мы вас призовем, я говорю, ну как вы призовете, мой отец враг советской власти? Они говорят, никакой он не враг. Вам к этому никакого отношения нет, идите послужите. А это какой год был? Это 63-й. Мне хочется, знаете, на чем обратить внимание? Вот мы говорили о пытках, о издевательств, что детей тоже подвергали. Вот Георгий Зурабович, ваш отец, Зураб Вианорович, был, наверное, последний, кто увидел Рауфа Лакоба после его разговора на набережной с Берия, да? Можете рассказать, как это было? Вот они... Ну, известно это уже. Это отец рассказывал, что когда ведь не сразу людей хватали, а там после смерти Лакоба его бомбезно похоронили, а потом уже постепенно там, перехоронили и так далее. И, да, да, потом уже Сарию арестовали, постепенно хватали членов семьи. И еще Рауф был на свободе. И отец рассказывает, что вот ребята сидели на берегу, ну просто как сухумские ребята собирались, как бывало. И вдруг видят, что Берия вышел на прогулку. И его сопровождает охранник, немножко отстал, за ним и чекист идет. И гуляет Берия, прогуливаясь, идет. А Рауф был с ним, конечно, знаком, потому что в хорошие дни, когда были, они, Берия к ним, у них дома бывал в гостях, а Лакоба тоже, самый его последний день тоже был в гостях, как известно, у Берия. Ну, такие у них коллегиальные были отношения. И он сказал, что вот и давай я подойду к Берия и попрошу его, чтобы он мать освободил. Ну что, мать, говорит, что она. Потом ребята некоторые, кажется, сказали, что нет, говорит, не нужно себя напоминать, не ходи к нему. Ну, а другие, в том числе мой отец, тоже сказал, а что такое, пусть придет и скажет, говорит. И теперь вот ребята смотрят, как Рауф поднялся и пошел неторопливо, пошел навстречу Берии. Берия увидел парня, остановился. Зато чекист прибавил шаг, поравнялся с Берией, что-то тот ему сказал чекисту. Ребята это не услышали, тихо было. А потом Берия стоит, а чекист уже перегнал его и пошел, и встретил Рауфа. Что-то ему сказал, а потом и чекист, и Берия повернулись и пошли обратно, погуляли уже в другую сторону. А Рауф пришел очень радостный, что он, говорит, мне сказал... Пусть, говорит, передал слова, что пусть завтра придет в обком в такое-то время, и был очень доволен, что, значит, можно будет чего-то добиться. И это был последний вечер, потом он домой ушел, когда вот друзья его видели, потому что ночью его взяли, и уже потом... Рауфа уже так в свободном состоянии. Ну, взяли еще и сына Михаила Лакоба, и Василия, все, и Константина, и Налыпа. Да, да. И к ним тоже применялись пытки, вот насколько я знаю. Да, я тоже как слышал. Они были несовершеннолетние. Угу. Но моя бабушка Вероника Вардани, она сидела в Тбилиси в одной камере с сестрой Сарией Назией. И бабушка рассказывала, что когда их проводили по коридору, в тбилисской тюрьме, они вдруг выглянули и увидели во дворе Рауфа ведут. Еще бабушка рассказывала,
курточка, он вырос из курточки до локтя рукавчики. Угу. И тогда они оттолкнуть смогли охранника и стали звать его Рауф, Рауф. А он стал оборачиваться, слышит, два голоса зовут. Но он не увидел, их охранники оттолкнули. А его подгоняли охранники в Воронок. Видно, это было перед тем, как его в Москву, по-моему, их всех этапировали. И кажется, им их тогда, это в 41-м году. Да? Ну, когда нет, им исполнилось 18 лет, по-моему, уже по Тенгизу закону... Лакоба даже 18 не исполнилось. Тенгиз они... был меньше всех. Да, да, он подал прошение. Ему вообще, по-моему, 11 лет было, когда его забрали. Что да. Там не щадили, как я говорю, опять да. Никого. Да. А вот такой процесс над Пачулия, над палачом. По-моему, ваш отец Зураб Вианурович там встретил, по-моему, моя бабушка встретила, вернее, своего следователя, ей стало плохо. И тогда Зураб Вианурович взял и ударил его головой об стену. И там, говорят, были чудовищные вещи. На этом процессе свидетельствовали люди, которые выжили, кто-то выжил, по-моему, Ирод Квициня снял и показал свою спину, и сказал, всю в шрамах, и сказал, это работа того самого Пачулия. Это, по-моему, первый процесс был, да, вот такого. Да. Но остальные, по-моему, вот эти все следователи, которые шли, они просто шли свидетелями. Да, потому что это было очень возмездие, совершенно не соответствующее тому, что они все натворили. Ну, у меня такой вопрос, Анатолий Владимирович, наверное, к вам. Вот вы создали ассоциацию памяти жертв политических репрессий. Вот как вам пришла вот эта идея, с чего начиналась? Расскажите немножко. Вы знаете, это мысли, наверное, появились раньше, чем время создания этого. Такие разговоры были еще при Лакобе, были, дальше при Сергее Васильевиче. Была создана комиссия при президенте республики, она... и ныне существует, но на бумаге, по-моему, уже и бумаги потеряли, там председателем Ирма Кертава-Бейенко. Она сейчас больная в Москве, дай Бог. Это дочь Николая Кертава, да, того самого, вот которому... единственная, кто из живых первых лиц остались, да. Вот там она, там мама твоя туда входит, в эту комиссию, ну еще кто-то такой. И параллельно создали вот ассоциацию уже политической репрессии, чтобы были представители районов. Кудаутский, Гагарский, там Чемчирский и так далее, и тому подобное. Ну, чтобы более доступной была вот эта комиссия этой людей, чтобы можно было куда-то приходить, что-то говорить, на что-то жаловаться, что-то просить и так далее. Ну, потом состоялся вот этот закон, принятый парламентом, утвержденный президентом, реабилитации жертв политической репрессии. Там расписаны права и обязанности этих комиссий. Но дело в том, что мы ничего не делаем, потому что у нас нет ни одного даже квадратного метра места, где мы могли бы сказать, что я вот тут сижу, приходите, или можно туда прийти, что-то принести и так далее. Ну, вот такое мое ощущение, что мы все-таки со временем начинаем забывать достоинства наших отцов и дедов и старших товарищей. Вот пока они живы, пока живы воспоминания. А это была только что народившаяся интеллигенция, да, которую под корень уничтожили. Да, да. Они во много раз моложе. Вот их детей, внуков, которым мы являемся. Значит, что Лакову было 40 с чем-то лет, и то же самое эти тройки, понимаете, нам уже под 80 лет. Это, ну, мы вот слишком рано начали забывать. Вот когда надо, где-то мы говорим, да, вот это такие-то. Они сложили голову за сегодняшнюю нашу жизнь. Вот этой победы тоже не было бы, если бы не было такой плеяды, как... Лакоба, Ешва, Кертава. Ученые наши. Ученые. Симон Басаря, Виктор Кугба, да, там Самсон Чан, да, Валентий Лабахо. Да, да, страшно, да, становится, когда смотришь, да, кого уничтожили. Да, да. Лучшие из лучших партийцев. А вот нет, вот... самых лучших людей, да, уничтожали. Самых заслуженных, самых влиятельных, самых уважаемых. Потому что их боялись, потому что в случае чего они... Они были люди порядочные, они были люди сильные духом, они могли выступить против существующей, да, мнение, несправедливости, позицию, да, и народ бы поддержал, да, их, потому их и уничтожали. Мой папа, его тетя, она была ударница коммунистического труда на фабрике, и ее как ударницу послали на тот самый процесс 13 лакобовцев, который проходил в драмтеатре, это 37 год, по-моему, 3 ноября. Угу. И сидели все, это по типу тех процессов, как в Москве проходили. И она рассказывала, что Василий Лакоба встал и залу на абхазском языке сказал: «Ауасаква фера, ауасаква, овцы, вы овцы». Он, да. Потому что зал
зал встречал рукоплесканием, каждый рукоплескали они каждому приговору. Вот настолько внедрили людям, что это враги. И вот это же страшно, вот это, если так посмотреть. Ведь сидели люди, лучшие люди. Там кто был? Василий Лакоба, Константин Иналыпа, там, Михаил Чалмаз, Вова Ладария. Это те, которые делали все, это та же самая народившаяся интеллигенция, и тут вот эта толпа, которая требует их смерти. Вот здесь абсурдные. Ну, вот эта слабость человеческая, она и сегодня присутствует. Можно внушить человеку массе все, что угодно, они будут, значит, потом, когда будут страдать, вспоминать, что а, вот какой у нас то все пятое-десятое, мы сами. Вот. Это есть такое выражение, у каждого народа есть та власть, которую он заслуживает. Это было и раньше, и сегодня. Вот памятник жертвам политических репрессий, он вызывает противоречивые чувства. Скажите, пожалуйста, объясните, вот какая идея, чтобы знали телезрители? Кому-то да. Не нравится, вы кто-то знаете, критикует. Я не совсем с этим согласен, потому что любой человек, каждый из нас, вот он всегда видит что-то негативное, сам ничего не предлагает, может критиковать всех и вся на своем пути. Мы впервые, когда мы затеяли эту тему, обратились к одним молодым, по молодой группе. Он абхазец, она русская, они скульпторы и так далее. Кто-то нас на них вывел. И они работали над этой тематикой, значит, хотели изобразить какую-то ну, часть, изображающую концлагерь. Вот такое какое-то сооружение, там это решетки, колючки и прочее, и все. И потом многократные встречи у нас были, помимо других, и с президентом тоже. И он, я помню, мы с ним согласились, потому что он все на себя брал. Мы где бы взяли... Это Сергей Васильевич Багаж да. был. Он говорит, ребята, вы знаете, тут что-то оторвется, там какая-то штукатурка, какая-то кирпич и так далее. Будут нас это, и вас, и нас, и так далее. Давайте сделаем, как на Лубянке, как вот, камень положим, и так далее, и тому подобное. Подобрали вот это Зураб Тужба, его зовут, архитектор. Этот камень, он из с Гумисты, да? Да, или Скадовск? Да, верховный где-то, да. У нас два места было расстрела, где Гумиста, где теперешняя спортбаза. Ну, не два, даже больше. Ну, Гаграх был. Гаграх, ну, сам, и Кадорское да. ущелье. Как вот было. Разные варианты, Вика, были, да. всякие разные. И когда вот Сергей Васильевич сказал, говорит, ну, вы знаете, вот что-то случится потом. Что-то. Я даже какое-то время говорю, вот эта пальма, которая стоит перед твоим корпусом, надо убрать ее туда. Обрадовались тому, что он берет на себя все, это около 2 миллионов. У него тоже четверо дядей пострадали. Конечно, конечно. Кто-то с нашим отцом тут работал, там, по строительству колхоза и так далее. Вот я думаю, что это не правы те, которые. Вот пусть бы не обратились, что стулья, которые там были поставлены нами, утащили. Буквы озолоченные, которые были написаны там, выражение мысли утащили. Вот на кощунство что надо обращать. Какое, да, кощунство. Да, вот на это надо обращать внимание. Ну, лежит камень, значит, глыба, есть какие-то. Это символ скорби. Да, символ скорби. Скорби, братья. Завершая нашу беседу, я хочу вот спросить вас, вот какой ущерб нанесли эти репрессии Абхазии, вот политэкономически, культурно, вот как отразилось вот эти репрессии на последующем развитии? Георгий Зурабович, наверное, с вас начну. Да, конечно. Ущерб был, конечно, во всех отношениях. Но главное, моральный ущерб был. Главное, что мы людей потеряли, с хороших людей. Много чего пришло заново, вот уже интеллигенцию вы говорили, уничтожена. Практически абхазская интеллигенция была полностью уничтожена. Пришлось ее заново воссоздавать. Значит, сколько книг не было написано, сколько трудов научных не было, значит, исследований проведено, сколько музыкальных произведений не было написано. Вот. Потом это оставило отпечаток, плохой отпечаток в обществе оставило, конечно. И это, разумеется, вот сегодня, вот, ну не только абхазский народ, но и все народы, которые испытали эти репрессии, они сегодня были бы на более высокой ступени того же развития всего, чего не было. Это нас подкосило очень. Подкосило, да. Причем у абхазов было, до этого было махаджирство, которое, ну, огромный вред нанесло народу.
не только в демографическом отношении, но и вот моральный удар был нанесен. Много чего исчезло из Абхазии в результате махачирства. Скажем, очень было развито в Абхазии разные ремесленные изделия делались. Вот прекрасное оружие делалось, украшения всякие. Оно потом вот исчезло после этих лет. Много чего было позабыто. А вот когда в 60-х годах готовилась крестьянская реформа, тогда российские чиновники собирали материалы в связи с, вот, с историей Абхазии, в связи с социальным строем и так далее. И, ну, хоть хорошо, что вот они работали, им сохранили, а то вот после этого уже, когда спустя, ну, после этого, спустя 30-40 лет уже академические эти самые институты, ученые занялись собиранием этих материалов, уже народ ничего не помнил, потому что вот то, что тогда пережили, это потрясение, оно как-то вот такую трудность, такую, это тем более вот было виновное население там и так далее, и просто позабыл народ много чего, что знал и что составляло вот его историю, из устную историю, не писанную, а вот которая из века в век передавалась. А потом уже, когда постепенно вот возрождение абхазов, так называемое, начинается в 10-х годах 20-го столетия, этот статус виновного населения был отменен в 1907 году. Ну, уже в 10-м году появляется уже до революции уже первая абхазская интеллигенция появилась. Это, а потом уже вот этих 10-х, 20-х годов возросших, выросших людей уже вот их уничтожили, физически уничтожили. И потом опять пришло заново это в 40-е годы, 50-е годы, заново это началось. Поэтому очень большие, конечно, потери, и много чего может быть без изменилось, которое трудно даже это восстановить. Невосполнимый абсолютный ущерб. И наше сегодняшнее поведение, вот нынешнее, должно нас заставить думать. Вот да, то, о чем Зураб сейчас, это Зурабович заговорил, вот что было до этого. Эти хоть нам помогли в царское время, да, вот, и школы, институты приглашали свою администрацию царскую, там же сколько ашпевцев этих людей великих были. Кто был марганатийским мужем матери Николая? Вот. Чачба. Да, Ачба, да. Чачба Шарашидзе. Вот. А эти что сделали? Вот кроме того, что, значит, одно воспоминание, что вот абхазы какую-то роль играли, одинаковую, вот это вызывало такую ярость, что они хотели, чтобы мы вообще исчезли со земли. И мы должны об этом помнить. Спасибо вам за беседу. Спасибо, что пришли. Годы репрессий нанесли огромный ущерб политическому, экономическому и культурному развитию Абхазии. Мы и будущие поколения должны осознать масштабы постигшей нас катастрофы. Ведь политические репрессии – это вопрос исторической памяти и ответственности нашего поколения и всей страны. И мы, наверное, до конца не поймем, для чего все это делалось. Стоит только догадываться, смотреть в будущее и думать о том, что это никогда больше не повторится. А мы прощаемся с вами.